суд удовлетворил ходатайство о привлечении специалистов из другого региона по делу о смерти ребенка по вине врачей больницы Угловского района края. Напомним, в мае прошлого года 10-летнюю Надежду Наумову, страдавшую гидроцефалией, доставили в ЦРБ Угловского района. Как показала независимая экспертиза, которую провели в Петербурге, девочка скончалась из-за того, что врачи своевременно не оказали ей медицинскую помощь. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело, но в дальнейшем его закрыли. Теперь родители маленькой Нади добиваются в суде компенсации от больницы в 2 миллиона рублей за причинение морального вреда. Накануне прошло очередное заседание. Заслушали свидетели, в том числе реаниматолога, который, по словам родителей погибшей девочки, помощь стал оказывать спустя полтора часа после обращения в больницу. Он врал там вообще от начала до конца. Если в показаниях вот педиатров, главного, еще где-то была правда, то этот вообще все врал. Вот вообще, я даже не выдержала заседание, пока вот он врал, вот это все, меня аж выставили из заседания, пока его допрашивали. Угу. Размер моральной компенсации суд пока не определил, но удовлетворил требования родителей о подключении к делу новосибирского врача, который наблюдал девочку на протяжении 10 лет. Очередное слушание пройдет 30 августа.